Всем привет, хорошего настроения. Здравствуйте, дорогие единомышленники. На часах 10:01. Оперативка на работе проведена. И я хочу предложить вашему вниманию послушать передачи нашего ленинградского радио на этом замечательном радиоприемнике «Орфей». Легкая музыка и прочие интересные вещи вашему вниманию. It's gonna be fine. Slowly but surely, the table's gonna turn. Slowly but surely, your lips are gonna burn for what you've been missing. My kind of kissing, my kind of loving. Slowly but surely, I'm gonna make you mine. I got a feeling I'm not wasting my time. Oh, yeah. When you get the message, it's gonna be fine. Slowly but surely, the table's gonna turn. Slowly but surely, your lips are gonna burn for what you've been missing. My kind of kissing, my kind of loving. Slowly but surely, I'm gonna make you mine. Радио Петербург, в эфире «Петербургская панорама». У микрофона Елена Сметанина, за пультом оператор прямого эфира Елизавета Жилина. Сегодня синоптики обещают до плюс 26 градусов, преимущественно без осадков. Также сегодня ожидается переменная облачность. В эфире «Радио Петербург», настало время сказки. Сегодня мы с вами будем слушать сказки английского писателя Дональда Биссета, день рождения которого отмечался не так давно, 3 августа. А расскажут их нам артисты ленинградских театров. Здравствуй, малыш! Ты любишь слушать разные интересные истории? А как же, очень люблю. Вот такие интересные программы у нас передаются по утрам на третьей кнопке по ленинградскому радио, радиотрансляционной вещательной сети. Всем привет, всем хорошего настроения, оставайтесь на канале, всегда с вами Сергей. Пока-пока.